Так, еще Байковское кладбище, Киев. Вот видите. Вот вся семья, семейство похоронено. Вот это вообще мальчик умер в 41-м, Славик. А, умер в 46-м году. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вот такой мир, такой мир. Как певцы сегодня кому-то говорят до свидания, завтра скажут прощай навсегда. Заболеет сердечная рана. Ой, Господи помилуй. Вот Байковское кладбище. Это второе видео. Тоже тут идем так на кладбище. Надо ходить. Это кладбище такое центральное, киевское. Вот. Тут, конечно, простому человеку сейчас простого не похоронят. В 43-м году кто-то умер. Вот это, да? Тут еще кто-то два похоронили, знаете, уже старые, уже, наверное, внуки. Забыли все. Забросили могилу никуда. Ну а что? Ну хоть хорошо, хоть определены души эти. Это тела. Ну тела. Да, тела. Понятно, тела. Косточки. Ну ты же знаешь, там добивают заброшенную могилку, и то мусор выкидали, кидали мусор. Ну да, это, не, свои... это неправильно, либо конечно. Если вы своим родственникам поухаживали, умершим и закидали куда-то. Ну да. Ну да, я считаю, это неправильно. Если так люди поступают, то они грешат. Они просто, не знаю, грешат или нет, но они нет. Ну да, вандализм даже такой некий. А что, будем на выход? Да, на выход. Ты же хочешь снимать, а? Ну ладно, все. Господи. Где центральные дорожки? Там мы Патона, Черновила увидели, Кравчука так и не увидели. Кто це? Вот так даже, да? Вот такая. Ну имена написаны были, да? Не? А, так там кто-то похоронен, да? Это памятник, жертва. А, памятник. А то церковь, да? Да, Иван. Ладно. Все очень чинно происходит. Чиннее не бывает. Так, это усыпальница. Две. Даже три. Такое вот видео. А вот памятник. Какой девушка, женщина. Вот. Ой, Господи помилуй, Господи помилуй. Иисусе, быстрее приходи уже на эту землю. Я уже не могу. Вот. Все это. Так это центральное кладбище. Тут как-то спокойно ходить. Если кто-то похоронен тут из близких, то это.
все, пошли. Я прямо пойду. Генерал-майор артиллерии Яковлев Павел Яковлевич, 1900 года рождения, погиб смертью храбрых в боях с немецкими захватчиками 11 мая 1944 года. Вот. И вот это уже Яковлева Лидия Парфентовна. Я понял. Яковлева Лидия Парфентовна, да? Это генерал-майор артиллерии, погиб в боях с немецкими захватчиками в 44-м году. Угу. Вот такие есть вещи. Так там еще 4 человека похоронено, слышишь? 4 человека похоронено. На выход пошли? Да, пошли надо. Наверное, один еще какие крутые Кравчук, да, знаменитые. Да и кто? Да. Туши, выключай, Юрий, хватит. А церковь большая, да? Вот кто это? Антонов. А? Генеральный авиаконструктор. А где он? А вот то, да? Золотая. Угу. А, бутенка, да? Я думал, бутылка. Бутылка то. Кто у меня знакомый знал бутылка, который лечил методом дыхания. А, шахматистом. Его методом там тоже лечил в Донецке. Тоже тумор. Тренер по шахматам. Рыбак фамилия. Вот и бутылка умер. Убили бутылка. Максим Рыльский. Максим Рыльский. Это писатель. Писатель, поэт, да? Писатель, а то есть. А. Еще раз туда проходим. Ну мы же ходили тут, да. По второму кругу. На ту, да? Ну да. Ну да, по этой там Ковпак и этот Черновил, а по этой стороне кто есть тут знаменитости?
Хотя что знаменитости? Знаменитости. А вот, где они? Души эти многие. Вот. Где все мы будем? Где наше сердце будет, там и мы будем. Господи, надо делать добро. Вот. Ай, Господи, помилуй. Все мы люди. Мария Динковецкая. Ты знаешь? Ну, как пела. А кто? Это что-то знакомое оттуда, да? Певица, да? Виктор все знает, многих знает. Это я такой вот. Не, ну я тоже многих знаю, но, скажем так. Скажем так. Придет ли Иисус на эту землю? Когда придет? Должен прийти. Должен. Это хорошая вера ждать прихода Спасителя. Вот. Все религии, вот, они говорят, что Спаситель должен прийти. Ну там у каждого свой Спаситель, еще понятно. Понятно, конечно. Все вот такое вот видео. Продается машина. Смешно. Написано продаю. Значит, на ходу машинка. Все. Руки будешь выпадать. Еще есть на той стороне. Все. Еще видите? Все это байковское. Автолайк, я понял, что я понял. Кладбище. Все, всем пока.